Всем привет, это Брик Гараж, с вами Егор. Land Rover Defender. У многих из вас ассоциации сразу с рамой, мостами, крутой лук из Инстаграма, машина из Джеймса Бонда. Ну и может быть кто-то из вас вспомнит, что эта машина была в клипе Димы Билана. Мне об этом подсказали. Самое главное, это брутальная тачка для настоящих мужиков. Итак, Land Rover Defender из Лего. Собирался уже много раз разными фанатами. Больше всего он известен многим из вас по модели Шипа. В общем, эта легенда, которая производилась с 1948 года, прекратила свое существование. Как раз те, которые кричали больше всех «вот убили легенду», они вряд ли собирались ее покупать, а те, которые реально готовы и могут себе позволить ее купить и обслуживать, я думаю, они готовы выложить деньги как раз за эти самые рестомоды, где уже все сделано под них, где есть комфорт. В этом году Defender обновился, компания LEGO выпустила набор. Модель была представлена в тот же день, когда на автосалоне была представлена реальная модель нового Defender. Что можно сказать? Здесь больше нет рамы, здесь больше нет мостов, шасси. Это независимая подвеска, сущий кузов. Ну и все эти автоматические электрические приблуды, пневмоподвеска, куча электрики вспомогательной. Вообще, конечно, я не автообзорщик, поэтому оставлю эту тему для профессионалов. Мое дело обозревать игрушки. Должен признаться, мне очень нравятся машины Лего, и чаще всего я обозреваю те наборы, которые мне реально нравятся. Редко я помню, чтобы я обозревал что-то, что мне не нравится. Тот факт, что вы видите этот обзор, говорит о том, что, скорее всего, мне эта машина понравится, и, наверное, в конце я вас буду призывать ее любить. Сегодня у нас обзор новинки, осенней новинки 2019 года, Land Rover Defender 90. Это новый набор Лего Техник. Он вышел в сентябре 2019 года. И совпадение, вместе с этой моделью вышел настоящий Land Rover. Все в один день, просто чудеса какие-то. В предыдущем видео я назвал эту модель суперкаром. Я не ошибся, и вы не ослышались. Действительно, суперкар. Многие из вас писали, какой же это суперкар? Суперкар это Бугатти, ну или на худой конец Феррари. В линейке Лего Техник всегда были машины. Машины большие, с множеством функций. И, как правило, это механические и реалистичные функции, типа подвески, поршневой двигатель, коробка передач, очень важная часть, рулевая система. Ну и это, вот, наверное, минимум, который должен быть в LEGO суперкаре. Здесь приставка супер не потому, что это суперкар, какая-то пузатерка там, с лютым двигателем. Приставка супер – это потому, что машина с множеством функций в большом размере. Ну, по сути, супер набор LEGO серии Техник. Как правило, в таких наборах ну, не менее 1200, наверное, деталей. Так вот, в последние годы было очень много больших машин, которые по размерам могли претендовать на название, на термин суперкар в линейке LEGO Technic, однако они не дотягивали. Ну и надо согласиться, цена у таких наборов тоже была далеко не суперкаровская. Ну и вы знаете, что с недавних пор LEGO запустила серию Ultimate моделей, LEGO Technic Ultimate моделей, такие как Porsche и Bugatti, в которых есть все, что нужно вот таким вот требовательным фанатам, ну и цена соответственная. Так вот, делая Land Rover, в LEGO не могли сделать его простым. Как можно было сделать Land Rover без раздатки, без больших ходов, ну и без полного привода, естественно. Индекс модели 42-110. Модель не является частью основной линейки LEGO Technic, которую планировали заранее, там за 2-3 года. Эта модель появилась в линейке внезапно, об этом даже говорит номер 42-110, то есть когда ее начали планировать, то номера до 110 уже наверняка были заняты, поэтому эту модель разрабатывали быстрее остальных, и также неожиданно для нас слухи о ней появились в интернете. Рекомендуемая розничная цена данной модели составляет 14 999 рублей. Здесь 2573 детали. Очень большая коробка. Коробка больше даже, чем у Bugatti и Porsche. Она по размерам примерно как у роторного экскаватора. По вот этим фронтальным размерам спереди, вид спереди. Но гораздо тоньше. Вот такая вот тонкая она. Вообще, конечно, модель вполне может быть не только флагманом года, она вполне даже дотягивает до модели серии Ultimate, но тем не менее цена у нее вполне демократичная, если сравнивать с Porsche и Bugatti. Я имел возможность немножко пообщаться с дизайнером этой модели, а дизайнером ее является Милан Рейндел. In terms of like the functionality, it is a supercar, but not very typical one. It's an off-roader. Это чешский фанат в прошлом, который, в принципе, и сейчас старается строить какие-то самостоятельные вещи, кроме того, что он на работе занимается вот этим вот всем каждый день. Так вот, Милан Рейндел – это, можно сказать, самый народный дизайнер в команде LEGO Technic, потому что он пришел туда из народа, будучи такими же, как и мы, собирал модели, выкладывал на Brickshell, был достаточно известен среди фанатов LEGO. Он в прошлом учитель английского языка. Немножко информации, которую удалось у него узнать. Модель начали собирать еще в прошлом 2018 году. То есть, как поступило предложение от Jaguar Land Rover, сразу начали рассматривать модель именно короткобазную, 90-ю. После того, как сотрудники Jaguar Land Rover увидели
предыдущую модель Милана 42069, это экстремальный внедорожник на таких гусеничных траках, они сразу же сказали, вот хотим то же самое, только в Land Rover. Поэтому здесь сразу же не обсуждалось, и сразу же появились такие аксессуары, как багажник, экспедиционная сетка, сент-траки, ну и лебедка, кстати, которая очень многим похожа на лебедку из того набора 42069. Самая сложность, с чем столкнулся здесь дизайнер, это была коробка передач, трансмиссия, вот это все вот то, что между мотором и между колесами. На начальном этапе Милану помогал Сэмюэль. Сэмюэль — это тот дизайнер, который сделал набор 42099. В общем-то, это все, что о нем нужно знать. Также Милан много посвятил подвеске, потому что подвеска должна быть сбалансирована, она должна была вот так вот плавно качаться, при этом у подвески должен был быть запас хода и вниз, и вверх. То есть, как вы видите, машина немножко просажена, когда она стоит. Это, в принципе, как у реальных машин. В итоге сейчас LEGO в пресс-релизах называет эту коробку передач самой сложной в истории наборов LEGO Technic. Есть у меня, конечно, сомнения, потому что аналогичная коробка на Широне, и более того, там еще и шифтер под рулевой есть, здесь это немножко упростили. На вопрос, были ли размышления о других масштабах, да, говорит Милан, были другие прототипы, вообще они много прототипов сразу делают в разных размерах, и у них даже есть прототипы в меньшем масштабе. То есть я понимаю, что это резина 62 мм. И я очень надеюсь, что когда-нибудь нам покажут эти прототипы, как нам когда-то показали все прототипы модели Mercedes-Benz Unimog. Ну и последний момент, о котором я хотел бы сказать, это колеса. Когда мы спросили, почему не представили в этой модели новые покрышки, ведь такая возможность была новую резину в таком размере представить. Они долго думали об этом, в том числе и о колесах, но посчитали, что новые диски с положительным вылетом и вот эти вот арки были более важны для данной модели, а бюджет у них был ограничен. Вот, в общем-то, все. Здесь 2573 детали, и это практически столько же, сколько в наборе Porsche 911, тот, что оранжевый. Прежде чем распакую, давайте посмотрим коробку. Коробка просто огромная, и если сравнивать ее с коробкой Porsche, то вы видите разницу. С обратной стороны у нас нет B-модели. Хоп. Что у нас внутри? Внутри 4, нет, даже 5 колес. Я напоминаю, что здесь 5-е колесо – это запаска на задней двери. 5 колес такие же, как в Формуле 1 42-00, 81 мм. Дальше что у нас тут есть? Ну, пакетов куча. И кроме того, есть еще одна коробка. С недавних пор LEGO использует такую упаковку для того, чтобы большие наборы, там у них пакеты не летали при транспортировке, не рвали коробки. Ну и сама инструкция тоже, я полагаю, с наклейками находится там. Интересно, что там у нас? Огромный буклет. Один, естественно, он хорошо прошитый, как обычно, и лист с наклейками. Наклеек достаточно. Самые большие вот эти наклейки, вот этот многоугольник, это дверная карта. Дверная карта, которая расположена внутри, обратная сторона дверей, грубо говоря. Что можно выделить? Ну, кроме того, что здесь зеленый цвет неходовой, и маловероятно, что он будет когда-нибудь в LEGO ходовым, можно выделить то, что здесь есть очень много деталей для вашей трансмиссии, это очень много шестеренок, новая деталь для коробки передач, которая была только в Bugatti пока еще представлена, дифференциал межосевой, также есть осевые дифференциалы, ну, все стандартное. Здесь много амортизаторов. По инструкции, собственно, вот эта страница с описанием функции, она, по сути, дублирует заднюю сторону коробки. И все, вот начинается у нас опять сборка. С хорошим буклетом немножко есть пролетели. Это, по сути, просто инструкция. Это новые диски. Они есть реально в ассортименте компании Land Rover. Если зайти в конфигуратор, фронтальная, скажем так, передняя поверхность у него такая немножко матовая, не глянцевая. Хорошо видно здесь. Не знаю, с чем это связано, с обработкой какой-то особенной или действительно так задумали. В общем, интересные диски. Для сравнения мы возьмем диск красный. Ну так, для контраста. Глубина хорошо видна. Какая здесь глубина и здесь. Один стут всего, да, у нас погружается в этот диск. А в этот диск у нас погружается она 2,5 студа. Это существенно. Ну и, соответственно, с этой стороны у нас можно, в общем-то, не замерять. В остальном диске они абсолютно одинаковые, под одни и те же покрышки рассчитаны. Ну и опять же, здесь канавка такая есть, а на черном диске новом ее нету. Далее давайте посмотрим арки. Вот эти новые огромные арки, такой немножко квадратной формы. Примерно так вот они выглядят в сравнении. А расстояние между вот этими отверстиями на белой арке, на зеленой одинаковое, на оранжевой она пошире. Ну и плюс здесь есть дополнительные еще два крепежных отверстия. Ширина или толщина
два студа, в общем-то, как и у остальных арок. Вот. Насколько они здесь хорошо вписываются в модель, это мы обсудим уже непосредственно при обзоре модели. Деталь действительно имеет форму фендера, который является, как правило, опцией на внедорожниках, а вот на Defender он, мне кажется, слишком сильно будет выпирать. Скажу, что деталь интересная, и тот факт, что сделали пресс-форму, точнее литевую форму для данной детали, возможно, мы когда-нибудь увидим их в другом цвете, но надо, соответственно, будет что-то выпустить, где эти арки можно применить. И надеюсь, это будет не только крепление для спойлера, как у ролейки, или, например, обрамление магазина пончиков в наборе LEGO City, но и действительно они их используют в каком-то наборе LEGO Technic в количестве как минимум 4 штук. Такая вот инструкция. Ну вот, как мы видим, тут сразу идут пакеты у нас по этапной сборке с 1 по 4. И, в общем-то, сразу начинается сборка. Никакой информации исторической и так далее по поводу того, что это такое перед нами. Первый этап сборки – это шасси, сиденья, салон. Они вот заканчиваются примерно вот на таком виде. К сожалению, модель не модульная. Мы не можем взять кузов, собрать и одной там или даже двумя секциями посадить сверху на шасси. Ну, само собой, машина это не рамная, поэтому как такового съемного кузова шасси здесь в принципе не может быть. Несмотря на то, что я собрал шасси, все остальные детали я потом собирал отдельно и просто не надевал на кузов, на несущую конструкцию. Поэтому у меня все остальные детали остались собранными вот таким вот образом. Отдельно бампер, значит, вот модули, здесь у нас бампер. Это сенд-треки, это вот модуль фары, капот, багажник, там какие-то детали крепления, фиксации. Это у нас передние крылья, верхняя часть. Дальше у нас здесь вот задние арки крылья, багажник с лесенкой. Вот дверь целиком у нас тоже тут получилась. Это вот каркас. Каркас чего? Ну это вот таким вот образом крыша и так называемые пороги, наверное, это. Вот задняя дверь с громоздким механизмом защелкивания. Опять бампер задний, так полагаю, крыша. Ну, немножко деталей осталось у нас здесь. Это вот тут что-то у нас окошки задние. И все, в принципе, запасные детали. Давайте рассмотрим внешний вид модели в том виде, в котором она предстала перед нашим взглядом. Это новая модель Land Rover Defender с индексом 90, хотя индекс 90 здесь только дань традициям, потому что 90 это был размер колесной базы в дюймах у старой модели, короткой модели. Здесь же по факту размер колесной базы составляет 100 дюймов. Основной цвет кузова это olive green, то есть это самый близкий цвет, который дизайнеры смогли подобрать подходящим на цвет Pangea Green. Это короткобазная комплектация с самым топовым двигателем, который будет в линейке Land Rover Defender. И также здесь мы видим элементы пакета Explorer. Там есть такие 4 пакета, вы можете на сайте посмотреть. Там их 4, причем 3 для путешественников и 1 городской Urban. Так вот, я не понял вообще, в чем разница между Explorer, Adventure и... Country. Мне кажется, достаточно было сделать просто Urban городской и для приключений. Так вот, Explorer пакет у нас выражен чем? Это багажная решетка на крыше, вот такой вот кофр, который крепится не очень крепко, но он открывается. Есть вот такие вот два сандтрека, подкладываются под колеса, когда машина застревает в какой-то вязкой среде. Что здесь еще есть? Есть лебедка, которая также является опцией, ни в один пакет не входит. Сбоку есть складная лестница, которая вот так вот откидывается. И с другой стороны у нас кофр, который открывается. Эти колеса, они тоже являются реалистичными. В каталоге Land Rover Defender вы можете найти их как 19-дюймовые опциональные колеса. С передней части колеса матовые, хотя внутри пластик глянцевый, как обычно это у Lego. Ну а сами колеса здесь шоссейные. Это колеса, которые известны по Формуле 1 42-00. Еще ранее они были в каком-то там наборе Silly Racers. Это довольно редкие колеса. И вот здесь вот их использовали. Ну в целом в этом ничего криминального нет, потому что практически все внедорожники, которые продаются в салонах, они идут с подобными шоссейными покрышками. Наверное, если бы в автосалонах машины стояли сразу с мудовой резины, то после первого тест-драйва, наверное, бы покупатели бы отказывались от внедорожников в пользу паркетников. Машина выглядит квадратной, как и все наборы серии LEGO Creator. Это и Mini Cooper, и, я не знаю, там, хороший пример это Aston Martin последний, один из последних.
он квадратный. Если мы посмотрим на настоящую модель, то она все-таки более аэродинамически продуманная. Там есть и не спадающая немножко назад крыша, она не параллельна линии плечевой. Там, если мы смотрим сверху, тоже есть небольшое заужение кабины к задней части. Также, если мы посмотрим спереди, то стандартно для наборов Lego очень это распространено, когда стойки, они параллельны. Даже на старом квадратном Land Rover стойки немножко наклонены друг к другу. Таким образом, Lego-версия у нас получилась более близкой к корням, то есть к квадратной форме кузова. В терминологии Lego-техник обычно такие машины называют либо кирпич, либо гроб на колесах. Справедливости ради стоит отметить, что капот у нас все-таки немножко наклонен вперед. При этом есть вот такой вот горб, который слопов выложен. Да и вся плечевая линия выложена вот такими скосами. Их тут целых 48 штук в цвете олив грин. Да, есть наклон передней крыши, как у FG-крузеров старых. Еще у машины сделана подвеска таким образом, чтобы передок немножко наклонялся вперед. Потому что спереди подвеска мягче, чем сзади, и об этом сказал дизайнер. Арки колес. Столь широкие арки колес были бы уместны, если бы у нас это были бы черные накладные пластиковые арки, расширители. В общем-то, в некоторых комплектациях и в каталоге есть такая опция, когда на арки делаются черные накладки, и такие арки действительно выпирают из кузова сильнее. Здесь же у нас арки в цвете кузова, и это более похоже на то, что вот эта вот выпуклая часть является частью штампованного крыла. Если бы эти арки были бы, ну, уже не два студа, а хотя бы на один студ выпирали, это было бы действительно уместно здесь. Но когда они выпирают на два студа, это уже, мне кажется, чересчур. Поэтому, если вы не будете покупать эту модель, а будете собирать ее из своих деталей, что, в принципе, возможно, даже несмотря на то, что у вас нет арок и колес, вы можете собрать более реалистичные арки с помощью каких-то угловых коннекторов, гибких осей и, может быть, даже каких-то там систем элементов. И, возможно, это будет даже лучше, чем здесь. Не секрет, что последние модели Land Rover, они выделяются своей навороченной светотехникой. Здесь же дизайнеры тоже попытались повторить светотехнику с помощью деталей, но не везде, потому как многие элементы достигаются только с помощью наклеек. В частности, вот эти боковые секции поворотников мы можем видеть здесь. Четыре точки – это тоже у нас наклейка. В общем-то, только круглая деталь, тарелка, является деталью Лего, а не наклейкой. Сзади немножко получше. Боковые сегменты, это, конечно же, у нас тоже наклейки. А вот эти квадратики, они у нас настоящие. Притом, даже такой момент передали, как за квадратной секцией скрывается внутри круглый светящийся элемент. Вы можете видеть, да, что здесь круглая деталька, на которую насаживается квадратный элемент фары. В реальной машине, когда загораются задние огни, там внутри такие кругляши горят. Что еще мне нравится, это вот эти вот скошенные маленькие панели. Они применены как сзади на заднем бампере, так и на переднем бампере. Очень смотрится тут хорошо, на мой взгляд. Еще и под углом их закрепили. Такой получился скошенный бампер. Ну, на реальной модели это тоже примерно так же выглядит. Перед сделан довольно хорошо, потому что вот все вот эти вот прорези хорошо переданы. Особенно верхняя очень узкая прорезь с помощью Lego System деталей сделана. Ну и наклейка вот такая вот. Типа тут логотип Land Rover и узкая полоса решетки. На крыше уже ставший фирменным элемент всех Land Rover это вот эти вот альпийские окошки маленькие. Боковые двери, как это часто бывает у Lego Technic, они имеют небольшие щели и смещение на пол студа. Для того, чтобы при закрытии у нас не было притирания деталей. Хотя это, как правило, решается тем, что кромка двери должна быть скруглена. Но здесь это не смогли сделать, поэтому сделали щель. Сама дверь при открытии, она немножко фиксируется внизу панелями, то есть ее немножко нужно приподнимать. Итак, заходим внутрь, сразу видим, что внутри дверь у нас имеет детализацию, есть тут некая ручка, есть карман, а также целых 4 наклейки, имитирующие внутреннюю карту двери, и даже там какие-то болтовые соединения имитируются наклейкой. Сама дверь имеет вот такой вот механизм, который не дает ей открыться сильнее, чем нужно. Внутри темно-бежевый салон, там вот такие вот прекрасные сиденья, сделанные из техник панели цвета Dark, а также слопов и тайлов. Все то, что любит Милан. Он делает уже на Маке 41999 и может быть делал где-то еще. Есть большая приборная панель. Под козырьком приборов водителя, к сожалению, приборов нет. Наверное, подразумевается, что там какой-то экран, который в выключенном состоянии ничего не показывает. Но досадный факт. Далее есть центральный экран у нас на центральной панели, в центре в самом. Сверху наклейки, имитирующие воздуховоды системы вентиляции. Далее мы видим органы управления. Это вот селектор раздатки, то есть вот это стандартная повышенная передача high и low, это у нас пониженная передача. Ну и соответственно сам режим коробки передач drive, нейтраль и r задняя передача. Здесь мы также видим вот такой вот интересный бочонок, такой ребристый
ребристый брик, и плюс-минус это у нас переключатели коробки передач. Но на настоящей машине такого, естественно, нет. Это колесико сделано для переключения коробки передач, и оно очень удобно в использовании. Не то, что это было в Porsche, где этот подрулевой механизм очень был громоздкий и неудобный. В задней части тоже есть сиденье для пассажиров. К сожалению, передние сиденья не откидываются, чтобы можно было обеспечить доступ туда-назад. Но по задним сиденьям могу сказать, что они тоже сделаны из техник панели темно-бежевого цвета. Подголовники сделаны из деталей систем и слоупов. Но вот подушка сиденья очень короткая, там всего 2 студа вместо положенных как минимум 4. Но вот правда не доложили, всего лишь там парочку бимов, чтобы сделать все нормально. Не понравилось то, что нет на панели приборов никаких наклеек, тахометр, спидометр. Также мне не понравились вот эти вот сиденья, они с обратной стороны, конечно, очень неаккуратно смотрятся. Было бы лучше, если бы эти панели были какие-то, я не знаю, симметричные, с двух сторон одинаковые. Под передними сиденьями есть панель пола, которая заклеена наклейкой, наклейка под коврик, который имитирует алюминиевые листы. На мой взгляд, эта панель очень далеко занесена под сиденье, ее место все-таки больше спереди, там, под ногами, а не под сиденьем. Несмотря на все косяки, все-таки салон сделан здесь хорошо, приятно. И туда даже можно посадить человечков, о чем мы позже поговорим. В салоне есть зеркало заднего вида, а также зеркало достаточно хрупкое, и я опять его сломал. Также есть зеркала заднего вида боковые, которые сделаны достаточно интересно и смотрятся здесь красиво. Задняя дверь тоже открывается. Открывается она, когда мы поворачиваем колесо. Тут есть такой вот громоздкий механизм. Кстати, в багажник здесь хоть и небольшой, но у него есть тоже функция. Если мы отклоняем задние сиденья вперед, то мы можем видеть, как работает коробка передач. Впереди у нас открывается капот, и там очень хорошо проработанный двигатель. Двигатель из сборных поршней, не из стандартных деталей, а из осей, бушей. Также хорошо сделан здесь впуск, вот такой вот воздушный фильтр. И с другой стороны от впуска есть вот такие вот какие-то тоже патрубки. Я не знаю, это выпуск или не выпуск. Вообще их тут 4 штуки, а должно быть 6. Все-таки это двигатель 6-цилиндровый. Есть крутилка, отвечающая за работу лебедки, о ней позже. И рычаг, который также управляет работой лебедки. Кстати, на стойках лобового стекла здесь есть такие тайлы, где даже нанесены наклейки. В общем-то, как у Мадоки, только с наклейками. Все верхние элементы можно легко снять и убрать. Например, мы снимаем вот так вот все это. Все это держится, по сути, на пинах, багажник, держатели. Немножко это утомляет, конечно, потому что пины чаще всего остаются в крыше. И смотрите, остается у нас только колесико, которое тоже можно снять. Его, в принципе, если вы держите модель на полке, его, в принципе, можно здесь сверху не держать. А поместить все это можно вот в этот бокс. Говорят, туда все входит. Наверное, в разобранном виде все входит. Я, честно говоря, не хочу ничего разбирать. Мне больше нравится он в исполнении все-таки внедорожном. Кстати, такая особенность. Рулевое колесико не посередине, оно находится за сиденьем водителя. Багажный кофр полностью из Lego System. С шарнирами, открывающийся и имеет достаточно места внутри. И, кстати, боковой кофр, он тоже из Lego System сделан, но основание из Lego Technic. И вот таким вот образом он открывается. Хотя на капоте у нас вот такие вот наклеечки, которые имитируют пластиковые накладки на настоящей модели, которые, в свою очередь, имитируют алюминиевые накладки функциональные классической модели Land Rover Defender. Кстати, масштаб у модели получается примерно 1 к 11. В целом модель похожа на оригинал, хотя, конечно, есть тут заслуга наклеек, но мне модель нравится. Несмотря на то, что она кирпичная и то, что есть какие-то, есть явные такие промахи по дизайну, там, не знаю, те же широкие арки, квадратность и так далее, но мы ко всему этому уже привыкли. Все-таки это не масштабная модель, и вы должны понимать, что вы покупаете модель, собранную из дискретных кубиков Лего. Конечно, вы уже видели, что у нее открываются все двери. У дверей есть ограничители хода, задняя дверь с замком, механизмом. Капот открывается, ну и открываются кофры. Это можно отнести к простым, простейшим функциям. Теперь поговорим о функциях, которые реализованы с помощью уже спецэлементов, шестеренок и так далее. Итак, у машины хорошо настроенная подвеска. Хорошо настроена, потому что автор действительно с ней заморочился. Конечно же, ввиду веса здесь сдвоенные амортизаторы и сзади, и спереди. Притом сзади это 2 жестких амортизатора, а спереди это жесткий плюс мягкий. Подвеска здесь, как вы знаете, независимая на новом Land Rover. Ступицы стоят старые, не редукторы, как многие хотели, планетарные. Их нет смысла здесь ставить, просто незачем. От этого просто мы не сможем катать машину, и будет все очень плохо с точки зрения игры руками. А сзади у нас 4 рычага, использована ступица такая же, как спереди, поворотная. Просто у нас 4 рычага, по сути, как многорычажка. Нижний, верхний и 2 боковых рычага.
Подвеска очень мягко работает. Кстати, вот еще один момент такой, что мы видим, что спереди у нас жесткий амортизатор красного цвета и серый мягкий. Сзади же два жестких. Это не потому, что у нас перед легче там или так далее. Это, как объяснил дизайнер, сделано для того, чтобы машина у нас немножко вперед наклонялась, потому что реальный автомобиль имеет такой вот небольшой наклон вперед для, не знаю, для стремительности, динамичности или для чего-либо еще. Если модель мы так вот подкинем, она даже прыгает. Тот факт, что она прыгает, это хорошо, значит, у нее все хорошо с геометрией подвески. В нормальном состоянии рычаги подвески независимой, они находятся параллельно земле, то есть там нет никакого наклона для повышения клиренса, потому что, как вы знаете, привода Lego, они имеют ограниченный угол работы. И если мы спереди сделаем лифт и рычаги вот так вот вниз сильно опустим, то у нас ограничится угол поворота. Клиренс составляет здесь под самой низкой точкой, а это мосты, 3 студа. И все же запас для лифта, как мне кажется, здесь есть. Рейка рулевая еще не выломалась? Нет, не выломалась. Ну, в общем-то, вот так вот ездит. Это, конечно... Рулевая система здесь работает как от колесика на крыше, так и от руля в салоне. А руль в салоне делает примерно по пол оборота в каждую сторону, влево и вправо, что, в общем-то, не очень реалистично. И играть с самим рулем, если вы захотите это все-таки делать, не очень удобно. Во-первых, он люфтит, во-вторых, подобраться к рулю не очень удобно. А кермана здесь нет в рулевой системе, обычная здесь у нас... Рейка параллельная, параллельный поворот передних колес. Почему-то эту вещь здесь не реализовали, хотя в том же 42069, автор, который является также Милан, он это сделал. Угол поворота колес, в принципе, я бы сказал, хороший для такой модели, очень хороший. Машина получилась маневренной. Ну, сколько здесь радиус разворота? Ну, вот, я думаю, он, учитывая, что ширина стала 80, я думаю, что он где-то будет 1,60-1,70 на радиус разворота. Возможно, много для данной модели, но тем не менее я скажу, что играть ей будет удобно. Большая заслуга новых колес в том, что у нас получились достаточно разумного размера арки. При повороте колес оно не сильно гуляет в стороны. Если мы сейчас поставим себе стандартный диск, то у нас колесо будет задевать в крайних положениях за элементы, которые находятся внутри арки. Рулевые тяги часто отваливаются от ступиц. Я уже вот замечал это не раз. Их как-то надо было сверху поджать, может быть, чтобы они не отваливались. Трансмиссия здесь, как и на настоящем Land Rover, постоянный полный привод на 4 колеса. Здесь 3 дифференциала, 2 в мостах и центральный межосевой. Функция лебедки. Лебедка здесь простая, без червяка. Там просто передаточное отношение 1:1, угловая передача коническая. И чтобы вытянуть трос, нам нужно вот в этом месте нажать на рычаг, который подпружинен резиновым коннектором. Вытягиваем, отпускаем, он снова фиксируется. То есть мы можем, как это делал Сарель, можем за веревочку катать. Причем тросик здесь довольно прочный, если вы будете таким образом катать, наверняка он не порвется. Итак, чтобы закрутить обратно, мы беремся вот за эту крутилку, которая находится вот здесь вот, и поворачиваем ее. Слышим характерный треск трещотки односторонней. Таким вот образом закручиваем. Отмечу, что таким образом подтянуть машину куда-либо вряд ли удастся, потому что усилие будет большое, не очень удобно это будет. В общем так, аксессуар для игры сомнительный. Ну и последний — это замок задней двери. Его тоже можно расценить как отдельный механизм. Тут такая особенность, что он очень мягко сделан. Настолько мягко, что кажется, вот-вот резинка потеряется. Она практически вот расслаблена, хотя за счет того, что она резиновая, она не выскакивает легко. И ее очень хочется здесь натянуть вот таким вот образом. Теперь это выглядит надежнее, работает. Однако здесь есть такой момент, что вот в таком положении резинки мы не сможем ее легко захлопнуть, дверь. Нужно приложить усилия, чтобы она захлопнулась. Если же мы расслабим ее обратно, как она была, то в таком режиме нам будет легче дверь захлопнуть. То есть, по сути, вот этот скос, который здесь, это как защелка двери. Смотрите. Только желательно не за колесо толкать, а за дверь. Ну и самое интересное здесь, наверное, это трансмиссия с двигателем, которая включает в себя сам двигатель, селектор коробки передач, коробка передач и понижающая передача. Коробка передач здесь секвентальная, четырехступенчатая, значит, она переключается последовательно. Первая, вторая, третья, четвертая и обратно также. То есть перескочить через передачу здесь не получится. Управляется все это дело с помощью, как я вам уже показывал, круглого ребристого брика на центральном тоннеле. Этот брик вращается пальцем, и вы последовательно перебираете к передаче. Причем сам брик, он имеет фиксацию, то есть там такой механизм, и каждое положение вы четко чувствуете усилием на колесике.
общем-то, сделано классно, интересно. Как в моделях более дорогой ценовой категории Bugatti и Porsche, здесь есть переключатель Drive, нейтраль и задняя передача R. Когда мы включаем режим Drive, у нас работает и коробка передач, и раздатка. Вот этот вал у нас, он у нас уходит вот сюда. И вот посредством этих шестеренок входит в зацепление, вон там видим еще одна, входит в зацепление с коленвалом. То есть мы сейчас вращаем и видим, что у нас работает мотор. Далее мы видим, что этот вал уходит сюда по кардану и прямо в коробку передач. То есть это входной вал коробки передач получается, если я правильно выразился. И когда коробка у нас включена, то у нас, соответственно, вот есть еще выходной вал, который идет уже на раздатку. У нас идет сюда, здесь вот у нас как раз находится раздатка, которая включает пониженную и повышенную передачу. И включая вот эти две передачи, кстати, передачи зеркальные здесь 20 и 16, а тут наоборот 16 и 20. Значит, уже когда мы включаем пониженную и повышенную, у нас уже вот посредством вот этого вала идет передача туда вот на дифференциал межосевой. Вот. И уже после раздатки вращающий момент идет на колеса. Если же мы включаем режим R, то у нас мотор напрямую соединяется с дифференциалом, от которого момент расходится уже на оси. То есть у нас получается раздаточная коробка в задней передаче не работает. Конечно, в реальных машинах такого нет. Там раздатка, она работает всегда и на переднюю передачу, и на заднюю. Здесь есть вот такое вот упрощение. Прежде чем хейтеры начнут потирать ладошки и смеяться злорадно, скажу, что здесь вся коробка передач, передаточные отношения подобраны таким образом, чтобы моделью можно было вот так вот играть на полу. То есть мы катаем модель, и вращение двигателя идет от колес, а не наоборот, как в реальных машинах, от двигателя идет вращающий момент колесам. То есть здесь такой принцип, что деревья гнутся не потому, что ветер дует, а ветер дует, потому что деревья гнутся. Поэтому здесь от колес идет понижение уже к коробке передач. То есть 1:3 понижение. И если у нас на Широне стояла белая шестеренка, которая защищала коробку передач, когда мы катаем ее вот таким вот образом, то здесь такого нет. Здесь просто сделано нормальное понижение в обратную сторону, которое у нас делает легким вращение двигателя, коробки передач. Но в то же время, если мы подключим мотор вместо поршневого двигателя и попробуем запустить модель, то у нас ждут ряд сложностей. И это мы увидим позже. Если коротко, гораздо проще вращать колеса, чтобы увидеть, как вращается мотор, чем вращать коленвал мотора и тем самым заставить вращаться колеса. Здесь это практически невозможно. Но если это можно понять, то следующее я никак не могу понять. Суть в том, что у нас передаточные числа коробки передач здесь сделаны в обратную сторону. Как у нас было бы, если было бы здесь все правильно? Если мы катим машину на первой передаче, то у нас поршни двигаются быстро. Если мы переключаем на вторую и так далее, то у нас поршни все медленнее и медленнее начинают работать. Собственно говоря, так было во всех предыдущих моделях. Начиная с 88-80 и заканчивая Bugatti Chiron. Так же и делают в самоделках. Здесь же наоборот. Когда мы катим на первой передаче, двигатель у нас вращается, коленвал вращается медленно. Когда мы едем на четвертой передаче, то коленвал у нас уже начинает скакать быстро. Это я вращаю колесо на первой передаче. Вы видите, как у нас поршни двигаются. Стоит мне сейчас переключиться на самую высокую. Смотрите, как заскакали поршни. Ведь можно было просто поменять их местами, все эти, я не знаю, ну развернуть коробку наоборот, и получается, что у нас бы на первой двигался бы быстро, а на последней медленно. Но вот если мы сейчас перейдем на пониженную передачу раздатки, то мы полагаем, что у нас двигатель должен работать как? Еще быстрее. Но по факту получается наоборот, он работает медленнее. Вот сейчас еду на последней передаче на понижайке. В общем, вот этот косяк, он реально тут есть, его не скрыть. И даже я, который постоянно хвалит лего-набор, не могу объяснить, почему это здесь сделано. Просто вот в голове не укладывается. Не, ну, зная, конечно, что в Скандинавии немножко странные методы обучения. Я не буду затрагивать там слишком взрослых прилюдно дельфинов на пляжах, режут их при детях целыми семьями. Или, например, там резали они в зоопарке жирафа прилюдно, как шоу это у них было. Что я хочу сказать? Смотри, Ганс, на первой скорости двигатель работает медленно, значит мы едем медленно. А на последней скорости, Ганс, двигатель работает быстрее, вот так же в реальной машине. Но если смотреть на механизм просто как на работающий механизм коробки передач, который, строя которую вы учитесь и можете применять на своих моделях, то, конечно же, коробка передач достойна внимания. Игра. Это прекрасный игровой набор. Почему я это говорю? Потому что все предыдущие модели, и Bugatti, и Porsche, и даже Porsche бюджетный, который вышел в этом году, 911 RSR гоночный, они для игры вообще никак не приспособлены. Потому что там нет вот такого колесика, во-первых, на крыше, а это все меняет. Без этого колесика вы нормально не можете управлять моделью. А руль, который внутри, он, как правило, хлипкий, за него не схватишься, он не резиновый никакой. И все, модель стоит. Более того, у модели есть клиренс, который позволяет играть этой машиной в домашних условиях.
условиях. Я не говорю, конечно, там триалить, но, по крайней мере, когда вы будете заезжать на ковер, у вас машина не упрется носом, сплиттером там каким-то в ковер. Даже там, не знаю, банально тапочки переезжать нормально. И более того, хорошая маневренность, есть подвеска, которая существенно расширяет эмоции от игры, ну и открывающиеся двери с полным салоном. Что касается полного салона, у меня есть две такие куклы. Это не Барби, это куклы серии Скала, которая уже давно не выпускается, но вот когда-то Лего пытались конкурировать с Барби, с компанией Mattel, и выпускали вот таких вот кукол. У кукол есть шарниры полные, то есть они могут принимать различные позы. Вот, собственно говоря, сейчас мы это с вами сделаем. Кукла хорошо помещается внутрь салона. Это у нас кукла чуть поменьше ростом, ну, типа ребенок. Ее, наверное, уместнее будет посадить назад. С посадкой назад, конечно, есть минусы. Во-первых, там ничего не открывается, не откидывается, туда не пролезть толком. Во-вторых, там для ног места мало, потому что там огромная коробка передач. И там подушка сиденья, как я сказал, очень узкая. Играть вы сможете. Хотя, конечно, для игры, наверное, будет интереснее четырехдверная версия. Вот таким вот образом куколка у нас сидит, и моя дочь уже прекрасно освоила управление этим большим внедорожником, и ей нравится. Плюс вот сюда вот она всякие свои заколочки, резинки складывает, в общем, ей отлично. Ну и немаловажно, что элементами игры может быть тюнинг, который вы сюда сделаете, я не знаю, там прицеп, там дополнительный багажник, какие-то вещи. Это уже, конечно, следующий раздел. Первое, что захотят сделать большинство покупателей данного набора, кроме тех, конечно, кто поставит его на полке, это моторизация. То есть вставить сюда моторы, чтобы играть им с пульта, не знаю, фары там, полный привод, это же все классно. И как раз для этого в этом году вышел замечательный набор 42099. На мой взгляд, вот этот 42099 будет, наверное, самым оптимальным дополнением, даже, я бы сказал, ресурсником для доработки данной модели. Во-первых, вы возьмете оттуда ступицы. Ступицы вот эти планетарные, здесь без них никуда. И вот до этого года сделать такую машину там на нормальной подвеске, не на лифтованной, можно было никак, только порталы. А это, соответственно, усложнение подвески, конструкции, и вид такой громоздкий был бы. Так вот, здесь мы ставим эти ступицы, и шикарно модель будет ездить. Вы выкинете всю коробку передач, которая здесь есть, оставите только, по сути, мосты, дифференциалы, и все. И, кстати, та новая электрика, которую пока вы так не любите, это по понятным причинам, сюда тоже нормально встанет. Почему? Потому что вы сможете поставить два XL-мотора, новые XL-моторы, и один L-мотор на рулевую. Причем вот это новое приложение, которое пока заточено только под 42099, здесь тоже можно использовать, потому что там есть гироскоп интересный, и там задействовано как раз то минимальное необходимое количество моторов, которые нужны для моторизации данной модели. Вы едете с теми звуками, с тем гироскопом. Ну, по крайней мере, для ребенка, мне кажется, это лучший вариант. Если же вы представитель старой школы, и у вас есть много деталей Лего, то вам, конечно же, все равно понадобятся эти ступицы. Вы купите их либо отдельно, не забывайте про шрусы, они вам тоже нужны, либо же вы купите весь набор 42099, но будете использовать старые моторы. И здесь плюс в чем? В том, что вы можете использовать Бувис, можете использовать S-Brick, можете делать сложные функции, можете дать больше мощности, там не просто два мотора, как в новой электрике, а гораздо больше, там 4 или даже больше. Вы можете использовать даже баги моторы, они здесь уместны, потому что вот эти редукторы новые, они требуют большой скорости вращения вала. Кстати, сам Милан, дизайнер данной модели, уже начал делать мод. Он как раз использует этот набор плюс набор 42099, который как раз даст ему все необходимые детали для моторизации. Следующая серия модов, они такие более легкие, чем моторизация. Это доработка визуального вида. Ну, во-первых, вы можете сделать больше аксессуаров, там, связанных с ездой по бездорожью. Или наоборот, вы можете полностью убрать эти аксессуары и сделать некую такую городскую версию типа SVR. То есть там какие-то бампера навороченные, цвет какой-то подобрать крутой, диски, колеса и так далее. Хотя, конечно, по дискам заминочка. Я думаю, что эти диски здесь все-таки одни из самых лучших. Ну, а низкопрофильную резину здесь ставить смысла, наверное, все-таки нет. А если идти во внедорожную серию, то, конечно, здесь уже гораздо интереснее. Вы можете сделать дополнительные багажники, люстры, я не знаю, защиту какую-то спереди, сделать лифт небольшой подвески. Я думаю, что его можно сделать с небольшими переделками, но если вы хотите кардинально его лифтовать, то там надо будет много чего делать.
Колеса, если брать, то колеса брать, конечно, лучше RC-шные. Во-первых, вам нужно сразу перейти на диаметр диска меньший. От этих дисков лучше сразу отказаться. Почему? Потому что диаметр этих дисков подразумевает использование колес 1,9 дюйма. А колеса RC-шные 1,9 дюйма, у них минимальный размер это 90 мм. Сюда 90 мм не влезут. Я напомню, что эти колеса 82 мм. И если мы ставим 90, то у нас будет все тереть. Даже если не здесь, то здесь точно будет протирать. Поэтому с колесами 1,9 и с этими дисками можно поставить на этом крест. Переходим так к дискам меньшего размера. Я собрал для вас много резины, разные резины, которые мы сейчас можем примерить сюда. Ну, давайте начнем с вами с чего? С очевидного, что просится. Значит, мы снимаем эти диски. Я не буду перекидывать на эту резину покрышки, хотя, наверное, нужно. Вот мы начнем с вами с дисков для Unimoga. Смотрится вообще шикарно, хотя, конечно, запаса в арках уже мало и нужен люфт. Но вот если мы делаем поворот, то у нас колеса сразу же трут. Ну да, трут. И знаете, самая частая причина трения является вот эта вот маленькая деталька. Маленькая вот эта панелька. Давайте мы ее сразу снимем, для того, чтобы все дальнейшие наши с вами моды мы смогли проверять. Ну да, диск трет. Давайте мы попробуем тогда использовать оригинальный диск. Ну, кстати, смотрите. Я сам удивлен, он не трет. Трет только, когда мы просаживаем подвеску. Самый легкий способ улучшить лук, это поставить колеса от Unimoga. Ну или они были еще в наборе 42030, 42082. Колеса меньшего размера, я думаю, смотреть мы даже не будем. Они здесь будут смотреться не очень красиво. Колеса следующие, давайте посмотрим мы с вами. Вот, это колеса тоже размером 1,9 дюйма, уже RC-шные. Как раз то, о чем я вам говорил, что они, скорее всего, не влезут, потому что у них размер. Вот смотрите, тоже неплохо, но уже явный перебор по размеру. Если у немоговские еще смотрелись нормально, то здесь уже плюс 5 мм, плюс 6. И это уже существенно, на мой взгляд. Сбоку вроде неплохо смотрится. Ну, опять же, нужно, наверное, использовать их с новым диском. Так, опять у нас рулевая рейка слетела. Нет, здесь рулевая рейка реально, она слабовата. Ну, вроде ничего, поворачивает. Не страшно, хотя, конечно, нужен лифт. Драгстерные колеса очень широкие и уже на дисках меньшего размера. Думаю, что здесь может быть проблема у нас с поворотом. Смотрится прикольно, как такой, знаете, снегоболотоход. И, кстати, вы знаете, он почти не задевает. Да, почти не задевает. То есть играть можно. Может быть, при сжатии подвески немножко что-то будет там задевать. Нормально. Есть вот такие вот баллоны, 81 мм тоже, но они уже морально устарели, нереалистичные, не очень красивые, скорее тракторная резина. Ну вот, да, мне не нравится, не нравится. RC-шная резина, еще одна, на дисках 1,9 дюймов, но здесь размер резины поменьше, чем привычный нам 108, здесь, по-моему, 90 мм. По сути, это мудовый VF Goodrich. Низкопрофильный. Ну, кстати, смотрите. Тоже нормально. Только диски взять черные нужно. И, кстати, даже с этими дисками, по-моему, ничего не трет. С учетом того, что мы сняли детальку там одну. На оригинальных дисках будет все-таки лучше. Фишеры. Думаю, тут они без вариантов, потому что у них размер всего лишь 80 мм. Вибрация по кузову даже есть. На таких колесах никто бы не покупал вообще у нас внедорожники в стране. Вот такая вот резина, это копия Микки Томпсона, только китайская. Размер у нее примерно, сколько же у нее размер? Размер у нее примерно 95-94 мм, и она идет на диске 43 мм маленькие, не большие 56. То есть это, по сути, посадочный размер у него 1,55. Смотрите, вот так вот он смотрится. Красиво на черных дисках, на высоком профиле. Но при повороте начинает тереть. И трет она, похоже, об угол арочки. То есть здесь надо арки менять. Или вообще их снимать. Вот так не трет. Эта покрышка хорошо смотрится, но необходима, видимо, какая-то доработка. Оригинальный Микки Томпсон от RC4WD. Напомню, что там была копия увеличенного размера. А это оригинальная. И они у нас тоже 1,55. Но вот, смотрите, у них размер 81 мм, но они узковатые, примерно 26 мм.
Посмотрите разницу в ширине колес. Для справедливости стоит отметить, что широкие стандартные колеса, конечно, нереально очень выглядят из-за своей ширины. Вот такие колеса, естественно, сюда большие не налезут для тех, кто хочет купить мега-огромные колеса. Здесь просто нужно полностью переделывать шасси, и, конечно, они сюда не подходят еще и потому, что здесь, наверное, короткая база слишком. Теперь самая лучшая резина, которую я сюда подобрал, это вот эта вот резина. Называется она DC. Нашел я ее на AliExpress. Она не дешевая. Размер 1,55. Полностью копирует последнюю версию резины BF Goodrich All Terrain. И, кстати, не зря я использовал здесь белые диски, потому как на версии, по-моему, Advantage как раз ставятся белые штампованные диски. Это очень, очень круто здесь смотрится, особенно с белой крышей. Посмотрите, какая прекрасная резина. Можно, кстати, сюда еще попробовать белые тарелки одеть, там размером 3x3 или 4x4, какие влезут. У нас будет действительно такой вот штампованный диск крутой. Классная резина, посмотрите. И чем она отличается от резины, которая предыдущая была, Mickey Thompson? Они, кстати, очень похожи. Mickey Thompson, он немножко как-то поуже, но у него края так закруглены, ну, визуально смотрится уже резина. В общем, вот лучший выбор, 1,55 DC с Алиэкспресса. А теперь немножко эксклюзива. Если мы захотим с вами сделать резину, скажем так, комплектация Urban или SVR, колеса 84-48, известно, что они на ступицах плохо держатся, здесь нужно сделать проставку из шкива. Это, кстати, тоже диски реалистичные, одни из немногих с положительным вылетом. И если мы их сюда одеваем, то у нас получится, знаете что? Что мы как будто бы выбрали опциональные диски где-то 20-21 или даже 22 дюйма. Вот в сравнении с оригинальным вы можете видеть, как у нас изменился профиль. Но они реально низкопрофильные. Мне кажется, в правильном обвесе, в нужном цвете и с нужной длиной кузова будет шикарно. Кстати, Alphas Han, если делать версию, вот там эти диски точно будут уместны. Супер. Так, ну и последний эксклюзивчик на сегодня по резине. Диски от Porsche. Они тоже размером 81 мм. Но они опять получаются низкопрофильные по сравнению со стандартной резиной. И очень широкие. Боюсь, как бы что там не терло. Посмотрите, какие огромные они. Слушайте, мне нравится, что Lego сейчас начало делать разные диски. Конечно, не нравятся диски от Bugatti, которые в силу наличия пинов сюда не применить. Надо полностью ступицы брать. Сейчас ничего не трет. Ну, может быть, только чуть-чуть. VAC плюс Jaguar Land Rover. Разница в ширине колес. Ну, вы видите, насколько они шире. Нужно машину такую дропать. В общем, если коротко подытожить, то стоит смотреть в сторону резины 1,55 дюйма. Это внутренний размер покрышки. Внутренний размер покрышки. То есть, по сути, это ну, размер вот этого диска. 43 мм, это примерно 1,55 дюйма резина. И, конечно же, не гонитесь за размером. Оптимально здесь будет размер от 81 мм и до 90. Те же уже 95, они уже требуют доработки. Хотя, в принципе, их здесь можно тоже применить. Ну и последний мод, который напрашивается здесь, это удлинение колесной базы. Колесная база 90, мы делаем 110. Ну, это, еще раз говорю, индексы. То есть мы удлиняем машину до версии 4 двери. Однако здесь сразу возникает вопрос, как нам сделать, чтобы у нас дверь заканчивалась примерно вот здесь вот. Очевидно, что либо надо распилить эту арку, благо здесь два отверстия остаются на одной половинке, два на другой. Но если вы не такой варвар, как, в общем-то, я тоже таким не являюсь, вы просто соберете арки из других деталей. Эти арки слишком широкие, можно собрать сюда сборные арки, какие-то похожие, более реалистичные, не такие широкие. И тем самым вы развяжете себе руки по цвету, вам не придется прямо строго в этот оливковый зеленый укладываться. Ну и плюс для версии 110 в том, что там будет больше места. И помните, что все версии 110 идут с пневмой, то есть вам придется ставить сюда пневму, и это будет очень круто. Ну и остались у нас только итоги, переходим к итогам. Для тех, кто любит все идеализировать и требует за каждый уплаченный рубль, чтобы все было идеально, для тех, конечно, найдутся поводы для огорчения. И цвет, и коробка передач с кривыми передачными отношениями, и что еще, я не знаю, отсутствие покрышек внедорожных здесь. Ну и много разных мелочей, можно к чему придраться. Для вас, конечно, есть небольшой бонус. Когда цена упадет процентов на 30-40, вы можете списать все эти минусы вот на эту самую скидку.
и спокойно брать. Для всех остальных это отличный набор, отличный продолжатель серии суперавтомобилей линейки LEGO Technic. При этом по количеству деталей, по функциям, по качеству проработки он претендует однозначно на серию Ultimate. Он по факту встал в один ряд с Porsche, Bugatti, но при этом цена у него в два раза меньше. В два раза меньше при том количестве деталей, при тех же функциях. Мне кажется, это просто супер находка, особенно если можно будет купить его со скидкой. Ну и не забываем, что здесь шикарное шасси, шикарная обучающая коробка передач, которую вы можете использовать в дальнейшем в своих моделях, переработав немножко. Как обычно, много возможностей для доработки, выражения своих творческих амбиций, причем здесь даже их больше можно сделать, чем с Porsche и Bugatti, потому что к нему можно прикасаться. Та же самая Bugatti, она хрупкая, я не знаю, за что брать и вообще, за что там браться в тюнинге. А здесь все очевидно, колеса, внедорожники, бампера, опции и так далее. Ну и при этом ей еще можно играть, в отличие от Ultimate наборов. Коротко, минусы. Цвет, кривая коробка передач и цена. В плюсах эта модель от самого народного дизайнера LEGO Technic Милана Рейнгла. Здесь все то, что необходимо для суперкар, для супермодели, все то, чего мы ждем от каждой машинки, которая выходит чуть ли не каждый год. Технически очень крутая модель и визуально сделана неплохо, но и учитывая цену, как я сказал уже. В России данный набор вы можете купить в сети сертифицированных магазинов LEGO. Ссылка на магазин в описании. С вами был Егор, автор самых необъективных обзоров, лояльный фанат LEGO с 91 года, LEGO Fanboy. До скорых встреч, пока!